Слава Иисусу Христу! Дорогие наши друзья, мир вам и добро из Меджугорья! Сегодня первая суббота декабря, время Адвента. Мы находимся на горе Подбрдо, духовно соединены с вами, и сегодня будем молиться вместе за дар мира, за осуществление планов мира Богородицы, ее намерения, за победу ее непорочного сердца. Будем молиться и за ваши намерения, просьбы, в тишине сердца отдаем все Богородице и начнем нашу молитву. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Очи души святости, душе огня запали нас. Дочи душе святости, душе огня запали нас. Прийди, Духу Святий, прийди на моцний приговор непошкорненого серця Пани Марії, Твоєї милованої невести. Прийди, Духу Святий, прийди на моцний приговор непошкорненого серця Пани Марії, Твоєї милованої невести. Прийди, Духу Святий, прийди на моцний приговор непошкорненого серця Пани Марії, Твоєї милованої невести. Сполучно визнаємо віру. Верím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Дорогие дети, Всевышний посылает меня к вам, чтобы я учила вас молитве. Молитва открывает сердца и дает надежду, а вера рождается и крепнет. Я вас, детки, с любовью призываю вернуться к Богу, потому что Бог есть любовь и ваша надежда. У вас нет будущего, если вы не выберете Бога. И поэтому я с вами, чтобы вести вас, чтобы вы выбрали обращение жизнь, а не смерть. Спасибо вам, что вы ответили на мой призыв. Первая радостная тайна — Благовещение. Благодарим Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты еще все время посылаешь Марию к нам. И в это время Адвента с миссией, дорогие дети, Всевышний посылает меня к вам, чтобы я учила вас молитве. Благодарим за Твой пример молитвы. Когда Иисус молился, ученики Его, восхищены, смотрели на Него, и один из них сказал: «Господи, научи нас молиться. Иисус, Ты нам сейчас посылаешь свою Матерь, чтобы продолжала в школе молитвы. В этом тайне просим Тебя, Мария, воодушеви нас Твоим примером, молитвой, сердцем, предания. И сегодня повторяем: «Я здесь, да будет мне по Божьей воле». Просим за дар молитвы сердца.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám danas i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžnícima našim. I nevedi nás u nápasť, nego izbavi nás od zla. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моліся за нас, грішники, садай на часу смерті нашої. Амен. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Како бяше на початку, тако й садай васта, і у веки веков. Амен. Омій Ісусе, опрости нам наші гріхи, очувай нас від пекельного огня, і доведи у рай све душе, особито оне, кої найвеча потреба Твого милосердя. Магніфікат, магніфікат, магніфікат аніма меа домину, магніфікат, магніфікат, магніфікат аніма меа. Дорогие дети, и сегодня я призываю вас вернуться к молитве. В это благодатное время Бог позволит мне вести вас к святости и простоте жизни, чтобы в малых вещах вы открыли Бога Творца, чтобы влюбились в Него, и ваша жизнь была благодарением Всевышнему за все, что Он вам дает. Детки, пусть ваша жизнь в любви станет даром для других, и Бог благословит вас, а вы свидетельствуете бескорыстно ради любви к Богу. Я с вами и заступаюсь перед своим сыном за всех вас. Спасибо, что вы ответили на мой призыв. Второе радостное тайна.
Мария посещает Елизавету. И мы хотим почувствовать эту большую радость в молитве Розария, в предании себя тебе, Мария, в этой молитве. Кто нас может научить лучше молитве, если не ты? Ты жила, любила, дарила себя в любви. Учи нас, как стать даром для других. Ты нам повторяешь: дорогие дети, не забывайте, что ваша жизнь — это дар, которым вы должны развеселить других, утешать других. Мария, учи нас твоей материнской нежной любви. Отче наш, который на небесах, посвяти имя Твое, прийди Королевство Твое, будь воля Твоя, ако в небе, так и на земле. Хлеб наш всякдневный дай нам днес, и отпусти нам долги наши, како и мы отпущаем должникам нашим. И не вводи нас в напасть, но избави нас от зла. Амен. Здраво с Мария, милости полна, Пан с Тобою, пожегнана си между женами, а пожегнаний є плод живота Твоего, Ježiš. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada je na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada je na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Kako bieše na počiatku, tako i sada i vasta i u vieky viekov. Amen. O Ježišu, oprosti nám naše griechy, očúvaj nás od pakelného ognia i dovedi u raj sve duše, osoby to one, koj najväčšia potreba Tvoga milosrdia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Дорогие дети, сегодня я всех вас призываю, молитесь в моих намерениях. Мир находится в опасности, поэтому, детки, молитесь и будьте носителями мира и надежды в этом неспокойном мире, где сатана нападает и искушает всеми способами. Детки,
Будьте стойкими в молитве и храбрыми в вере. Я с вами и заступаюсь перед моим Сыном Иисусом за всех вас. Спасибо, что ответили на мой призыв. Третье. Радостная тайна. Рождество Иисуса. Мы смотрим на радость неба и земли, всех, которые поняли, что произошло. Родился Мессия, Царь мира. Поклоняемся Тебе и благодарим за Марию, Царицу мира, которую нам посылаешь, чтобы неустанно вела нас к Тебе, учила, что только Ты наш мир. Вспоминаем момент явления по свидетельству визионеров. Они говорили, Ты начал говорить, Ты младенец в ее объятиях. Ты сказал, Я ваш мир, живите моими заповедями. В этом тайне просим за намерения Твоей Матери, за осуществление ее планов мира с нами через нас. Просим о благодать вернуться всем сердцем к Тебе, жить Твоими заповедями, приносить мир этому неспокойному миру, свидетельством своей жизни, миром нашего сердца. Просим за мир в наших сердцах, семьях, во всем мире. Особенно просим за мир в Украине. Отче наш, который си на небесах, посвяти се имя Твое, прийди Кралевство Твое, будь воля Твоя, ако в небе, так и на земле. Хлеб наш всякдашний дай нам данас, и отпусти нам долги наши, како и мы отпущаем должникам нашим, и не уведи нас в напаст, него избави нас от зла. Амин. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božjā, molī za nās grīšnike, sagāji na času smrti našai. Amen. Esi sveicināta, Mārija, žēlastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Святая Мария, Майка Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Esi sveicināta, Mārijā, žālastībās pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Maika Božie, moli za nas grīšņiki, sadēj nečas uz smrti nešajami. Gods lai ir tevam un dēlam un svētējam garam. Kā bieši na početku, tā kā sadēj vēsta, u vieki viekova. Amen. Mans Jēzu, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima najveća potreba Tvoga milosrđa. Emanuel, Emanuel, ime mu je Emanuel, Emanuel. Дорогие дети, особым образом сегодня я призываю вас к молитве. Молитесь, дети мои, так, чтобы вы могли понять, кто вы и куда вам нужно идти. Будьте носителями радостной вести и будьте людьми надежды. Будьте любовью для всех тех, у кого нет любви. Дети мои, вы будете всем и получите все, только если вы молитесь, и вы открыты Божьей воле, Богу, который хочет вести вас к вечной жизни. Я с вами и заступаю за вас изо дня в день перед моим Сыном Иисус. Спасибо, что ответили на мой призыв. Четвертая тайна. Сретение. Благодарим тебя, Мария, за твой пример. Ты слышишь больную весть. Ты не падаешь в отчаяние, тебя не сломала эта весть, что твою душу проникнет меч боли. Ты была полностью соединена с Богом, неустанно с Ним, в одном желании, чтобы осуществились Божьи планы. Учи нас этому в своей школе, ты нас зовешь. Молитесь сердцем, поститесь сердцем. Говоришь, кто молится, тот не боится будущего, кто постится, тот не боится зла. Божью волю учишь нас распознавать в чтении и размышлении Святого Писания. Ты нас учишь в ближних находить ответы. Ты нас учишь неустанно быть с Богом и быть с ближними. Учи нас тому, Мария. Дай, чтобы мы во всем, что происходит, всем, что нас окружает, мы смотрели на Бога, подобно тебе. Молимся за Папу, за всех епископов, священников, богопосвященных, за дар света и Божьих ответов в молитве. Отче наш, ktorý si на небесах, посвяти са мену Твое, прийди кралевство Твое, будь воля Твоя, ако в небе, так и на земле. Круг наш свагдайный дай нам данас, и отпусти нам дуги наши, как и мы отпущаем должницам нашим, и не вводи нас в напасть, но избави нас от зла. Амен. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословлена Ты между женами, и благословлен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Майка Божья, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословлена Ты между женами, и благословлен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Майка Божья, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословлена Ты между женами, и благословлен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Майка Божья, моли за нас, грешники,
сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословлена ты между женами, благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословлена ты между женами, и благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословлена ты между женами, и благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословлена ты между женами, и благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословлена ты между женами, и благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословлена ты между женами, и благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословлена ты между женами, и благословлен плод чрева твоего, Иисус. Свята Мария, Майко Божья, моли за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Как обияше на початку, так и сада и вазда, и в веки веков. Аминь. О мой Иисусе, опрости нам наши грехи, очувай нас от пакельного огня, и доведи в рай все души, особито оне, којма је највећа потреба Твога милосрђа. Кад тражиш љубав, кад тражиш љубав, гледај Исуса, гледај Исуса, гледај Исуса, гледај Исуса. Дорогие дети, я призываю вас в это время, как никогда раньше, подготовиться к приходу Иисуса. Пусть младенец Иисус будет господствовать в вашем сердце, и только тогда, когда Иисус станет вашим другом, вы будете счастливы. Ни молитва, ни жертвы, ни свидетельства о величии Иисуса в вашей жизни не будет трудным для вас, потому что Он даст вам силу и радость в это время. Я близко от вас. Пятое таинство радостного руженца. Мария гляда, находя Ježiša в храме. Таинство Назарецкой родины. Мария, ты нас позываш в томто адвентном часе обновить сполочну молитву в родинах, приправить са на Ježišov приход в родинах молитвою, маличкими обетами, зриеканиями, розиманием, читанием Писма Святого. Говоришь, каждоденним розиманием Божьего Слова са Ježiš наново роди во ваших сердцах, во ваших родинах. В томто таинстве ти одовздаваме наше родины, всетки родины света, которые проживают тяжкости, утрпения, хороби, разные криже. Мария, потеш их нашими молитвами, обетами, аби са могол твой сын стать их найближшим приятелем,
rodinným priateľom. Prosíme za dar spoločnej modlitby v rodinách, za pokoj v rodinách. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Odpusti nám duchy naše, ako i my odpúšťame dlžnícima našim. I nevede nás u nápas, nego izbavi nás od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, ja moli za nas. I puna godine s tobom, na time slavljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, naš amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda. I u vijeki vijekov. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od pakalnoho ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one koje najveća potreba Tvoga milosrđa. Na umisli Svetého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moli za nás grešníkov, sada i na času smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i vijeki vijekova. Amen. Odpočinutie večné daj dušiam zomrelých, Pane. A svetlo večné nech im svieti,
Нех отпочивай в покое. Teraz sa zasvetíme, Pane Márii, nepoškvrnenému srdcu. Zostaňme chvíľu v tichu. Odovzdajme jej naše rodiny, krajiny, národy, cirkev, svet. Prosme spolu s ňou, aby nás prenikla Božia láska, dar modlitby. Boh, ako si to praje. Nádejou, radosťou pre tých, ktorí sú nám zverení. Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana a všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi. Sa dnes, o Mária, zasvecujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou vo všetkej podriadenosti a láske. Ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Matka kráľovná pokoja, oroduj za nás. Pán s vami, je vás na príhor Panny Márie, svätého Jozefa, všetkých vašich patronov nebi žehná a svojou láskou naplňa všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Chodte v pokoji. Bohu ďakujem.